Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою. Ты ни в чем не терпел недостатка. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а 7 путями побегут от тебя. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой. Ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего. И избавляющий меня от врагов моих, ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не остались в стыде. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его.
что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей избавляет их. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. От Господа спасение праведникам, Он – защита их во время скорби. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели, кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих, а я на Тебя, Господи, уповаю. Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых. Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Ты возвышал меня и утешал меня. В бедствии Ты призвал меня, и я избавил Тебя. И среди грома я услышал Тебя, при водах Меривы испытал Тебя. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Ибо Ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим.
не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. А Сион говорил: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Узами человеческими влёк я их, узами любви, и был для них, как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Драгоценные наши друзья, если Бог благословил вас через наше служение, вы имеете возможность благословить других людей, которые будут слушать следующие видео, поддержав финансово служение CLT. Ссылка для пожертвования под видео. Пусть Бог благословит вас по богатству своему.